вот все вы любите, наверное, фильм «Мой джаз». Но меня там глубоко задевает то, что родоначальник наших всех коллекционеров, петербургских и вообще российских, поэт Сергей Колбасин, подан там, не поэт, а писатель, подан там весьма карикатурном плане. Хотя он был большой писатель, моряк, научный работник, он был сонмище таланта. И вот жил как раз на Маховой улице до 37 года, откуда мы его забрали и отвезли недалеко совсем, на Полярного, где он был в 37 году и расстрелян. Но так как я родился в 37 году, я являюсь одним из серьезных коллекционеров России, он погиб, а я родился. Я написал стихотворение «Переселение душ». Я вообще прощу. Написал ее в тот момент, когда увидел памятную доску на Маховой улице, где было скромно написано, что тут прошло столько-то, до 37-го года. И написано, что с ним стало, канул, растворился в воздухе. И вот его подают к карикатурному плаванию. Многие думают, что это вымышленный, потому что... Что очень Шахназару я предстоящий, конечно, могу сказать, весьма весом. И вот этот фильм о нем нужно снять очень серьезно, потому что он был большой писатель, большой коллекционер. Он был большой человек, а его подарили карикатуру. И все, весь народ думал, что это был такой колбасик, понимаете? Он был колбасик. Так вот, я считаю, «Переселение душ». Душа витала, ища пристанище. И вот пристала в квартире, там еще, у балалайщика и пианистки, мальчонка позже и с самокиской. Теперь понятно, почему ребенок влюбился в джазик почти с пеленок, потом бугешник, потом ракешник, а позже стал он пересмешник, стал журналист и эссеист, и танцевал неплохо в виск. Был гражданином довольно скверным, и побывал он и на Шпалерной, в той одиночке, где был Сергей перед кончиной судьбы своей. А подвела, наверное, зависть, за что попал он, за звукозапись. Таков конец, сыграйте душ, вот и не верьте теперь в переселение душ. Браво!